веселые, активные и энергичные. Ульяновская молодежь отправилась в Самарскую область на фестиваль Приволжского федерального округа «Иволга». Фестивальная поляна встретит 2000 участников. На мероприятии будут работать 11 разных направлений – наука, спорт, предпринимательство, культура и многие другие. Новинка этого года – «Голос молодежи». Главная идея направления – создать условия для формирования законотворческих инициатив. Это смена специально направлена для молодых парламентариев, то есть представителей молодежи, которые являются депутатами, членами молодежных парламентов, субъектов. И здесь я, как депутат Молодежной Думы, председатель Молодежной Думы, как раз-таки еду на эту смену обменяться опытом с коллегами, обменяться своим опытом руководства Молодежной Думой. Подготовка к фестивалю проходила при поддержке Министерства молодежного развития. Проводились встречи с участниками, работали над ошибками прошлого года. На фестивале ребята представят свои проекты. Лучшие работы имеют шанс получить грантовую поддержку. Наша команда с нашими ребятами создали проект «На полке». Это настольные игры только на полу в больших масштабах. Вот я еду защищать и надеюсь на выигрыш. В принципе, он у нас уже реализован и действует. Просто хотелось бы еще, возможно, дальше пойти. Участников фестиваля ждет насыщенная культурно-досуговая программа. Фестивали народных праздников, Кубок Приволжья по КВН, молодежный диджей-фестиваль, а также танцевальный фестиваль «Иволга Баттл 2023», организатором которого выступила Ульяновская область. Кроме того, будут организованы конкурс региональных шатров, выставка арт-объектов, спортивные и культурно-досуговые мероприятия и концерты. Что это даст прежде всего молодым людям? Во-первых, это большой опыт, когда они имеют возможность получить образование, они имеют возможность получить новые навыки и компетенции. Безусловно, это коммуникация с другими регионами, пообщаться с ребятами, найти единомышленников, защитить свои проекты. В честь Ульяновской области на фестивале будет защищать 90 человек. Форум, который проводится под патронатом полпреда президентов ПФО Игоря Комарова, пройдет в Самарской области с 21 по 29 июля. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.